Всем привет! Очередная продуктовая закупка. Мы с мужем сейчас оба работаем на удаленке, поэтому все время едим. Шутка. Но в каждой шутке есть доля правды, да? Так, что купили? Покупали все в Глобусе. Общая сумма покупок составила 3200 рублей. Что я вам не покажу? Не покажу наполнитель комкующийся для кота Заоник. Мне он нравится больше всего. 178 рублей. И купили опять стеклоомывайку по акции, она до минус 10, самая дешевая, 177 рублей. Мы в прошлый раз такую же купили в одну машину, она оказалась неплохая, не вонючая, поэтому решили, в общем-то, и в другую машину купить тоже такую. Так, все остальное я вам покажу. Давайте начнем с таких больших банок-бутылок. Так, что у нас? Значит, огурцы. В этот раз выбрали дядя Ваня маринованные огурчики. 190 за баночку. Баночка такая довольно большая и внушительная. Наверное, здесь грамм 900. Вот сейчас не вижу, но большая. 900. А продукта самого 500 грамм, вот так вот. То есть с водой 900, продукта 500. Ну, все равно неплохо. Соус Барилла с базиликом. Я такой очень люблю к макарончикам. Он был по акции за 157 рублей. Вкусный, классный соус. Ну, можно с ним, кстати, и мясо потушить. Вообще, мне кажется, все что угодно будет вкусно. Захотелось сок. Выбрала вот такой. Сады Придонья, яблоко, абрикос. С мякотью был, кстати, по акции всего 54 рубля. Молочные продукты, молоко нашей дойки 92 рубля. Цена на это молоко скачет, как я понимаю, зависит от жирности, потому что жирность может быть от 3,4 до 6%. Вот в зависимости от жирности меняется цена. Сегодня 92 рубля. Так, вот такой сыр. В прошлый раз мы его покупали на пробу кусочек, он нам очень понравился. В этот раз мы взяли аж два кусочка. Арамель с пожитником, 50% жирности, 770 за килограмм. Он был вот такими небольшими кусочками нарезан, поэтому мы взяли один 274 грамма на 210 рублей. И второй взяли 192 грамма на 147 рублей. Очень вкусный сыр. Сегодня нам с мужем, честно говоря, лень готовить, да и работать надо, поэтому мы решили побаловать себя готовой едой. Да, иногда покупаем. Муж в отделе, в кулинарном отделе «Глобус» себе купил вот такой чахохбили из курицы. Цена за килограмм 540, здесь 420 грамм, о, много он себе взял, на 226 рублей. Ну, такой, смотрите, хороший полноценный обед для мужчины. Я себе выбрала, жутко захотелось, студень из говядины, он у них был расфасован уже вот такими большими кусками, здесь практически полкило на 206 рублей, но я, конечно, все это не съем, я думаю, муж мне потом поможет. Студень очень вкусный, был еще куриный, но из говядины мне нравится больше. Еще, в общем-то, из готовой еды, но уже просто, да, в отделе, где рыбная кулинарная продукция. Взяли вот от бренда Меридиан вот такой салат из морской капусты с кальмаром. 145 рублей стоила баночка, здесь 338 грамм. Также не забыли взять свою любимую селедочку из Сландка. Брали несколько раз в красной винной заливке, в этот раз решили в белой винной заливке взять. Маленькие баночки, каждая по 85 рублей, ну поэтому сразу две решили взять. Так, на бутерброд вот такой симпатичный кусочек буженины запеченной, собственное производство «Глобус», 700 рублей за килограмм, здесь 300 грамм на 212 рублей. Ну вот видите, практически она без жира, одно мясо с небольшим количеством специй. Мне захотелось вареной колбаски, поскольку муж сказал, что не будет, я взяла себе вот совсем чуть-чуть. 480 за килограмм, буквально, видите, 120 грамм, здесь нарезанные кусочки на 57 рублей, здесь, по-моему, 3 кусочка в нарезку я попросила. Так, еще купили, конечно же, бекон, любим бекон, и так поесть, и в яичницу, бекон сырокопченый Ремит, вот этот очень вкусный, он был по акции 187 рублей, да, это 187, это даже цена по акции, а так он, по-моему, даже на 100 рублей дороже стоит. А сегодня на обед приготовлю, на обед у нас вот готовая еда, на ужин, к ужину будет готов говяжий гуляш,
650 за килограмм, полкило на 334 рубля. Я потушу в медленной варке. Она как раз очень долго готовит, поэтому только к ужину будет готова. В медленной варке с картошкой, морковкой и домашним кабачком. Будет очень вкусно. Так, для своих подшефных собак ничего прям не было, никакого выбора, поэтому решила взять вот такой. Это называется суповой набор для первых блюд из курицы. Килограмм 99 рублей, здесь почти килограмм на 90 рублей. Здесь, как я посмотрела, в основном идут одни спинки, ну, некоторые с кусочком шеи. То есть здесь нет трубчатых костей, собакам это можно. Я сварю им с какой-нибудь крупой, или с пшеном, или с гречкой. В общем-то, я думаю, собаки поедят это с удовольствием. Давайте сразу покажу, что я купила для бездомных котиков. Ну, я купила больше, вот я вам сколько влезло в руку, да, покажу. Я купила разные пакетики. Больше всего взяла вот такого нежного кролика в желе, Kitty Cat. Он был по акции по 12,50. Да, я знаю, что это не самый лучший корм, но бездомных котиков много, мне их надо чем-то, в общем-то, кормить. Я им Kitty Cat в основном покупаю, они его едят. Так, овощи, фрукты. Виноград вот такой, дамские пальчики, белый виноград. Сколько у нас он стоит? Давайте посмотрим. 250 за килограмм и 225 получилось вот на 900 грамм. Не очень похоже, правда, на дамские пальчики. Так, лимончик один взяли. Ну, это просто в чай пойдет. 80 за килограмм на 12 рублей один лимончик. Картошка была, честно, просто ужасная, но мне надо вот с говядиной потушить еще и овощи, поэтому пришлось взять то, что было более-менее приличное. Это был картофель мытый, аж 80 рублей за килограмм, я взяла полкило, ну вот на 41 с копейками, этот был еще более-менее. Все остальное было просто какое-то гнилое и страшное. А вот морковка была достаточно приличная, обычная морковь весовая, 24 рубля за килограмм. Здесь у меня три морковки среднего размера на 8 рублей, тоже с говядиной потушу. Так, с овощами и фруктами все, дрожжи. Мне нужны для выпечки домашнего хлеба дрожжи быстродействующие. В этот раз взяла доктор Откер. Каждый пакетик был по 16 рублей. И также мне для выпечки нужен ванильный сахар. В этот раз взяла от бренда Цикория. Здесь у нас хороший такой пакетик по весу. 32 грамма. Стоил каждый пакетик 25 рублей. Ну, я сразу 3 взяла. Я часто что-то дома пеку. Так, и взяли еще это последнее, что я вам покажу. Вот такие вот рогалики симпатичные. Вот если вам видно, видите, есть с маком и есть с кунжутом. В упаковке у нас 4 рогалика молочных, каждый по 85 грамм. Так, слишком сильно приблизила. И 70 рублей у нас стоит эта упаковочка. Все. Даже уже складывать некуда. Хорошо, что покупки закончились. Да. Вот, в общем-то, не так уж мало. Все это на 3200. Сейчас все это разберу и будем с мужем обедать. Как раз вот съедим вот эту готовую еду из гипермаркета «Глобус». С удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях. Рассказывайте, что в вашей в продуктовой корзине, в каком городе вы живете, какие у вас цены. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, бывает ли вам, как мне, иногда лень готовить, покупаете ли вы готовую еду, что вы любите. Ну, в общем-то, давайте с вами поболтаем. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я вам желаю удачи, отличного настроения. Всем пока. Кстати, если есть желающие, можете написать в комментариях, вообще вы в эти нерабочие дни работаете или как. Мы с мужем работаем, но оба работаем удаленно.